Привет, вы на канале LP. Пес Нина Стар. И сегодня не только Нина снимает, как тут в канале сказано, но и ее лучшая подруга Света. А еще моя подруга Настя, она не хочет сниматься. Скажи просто привет хотя бы. Ну, ладно, не хочет, так не надо. Я за нее скажу привет. Ну, я сегодня покажу свои подарочки на день рождения. Да, кстати, если вы обожаете LPS Нина Стар, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. И я покажу Светин подарок. Это самодельный пэт, там еще много чего из глины. Мне он больше всех нравится. Это белочка, ребят. Вот, там есть знак LPS, наверное, на камере не видно. Сейчас приближу. Вот. Ну, кому-то... Вот L, это P, а это S. Вот такая вот белочка. Дальше от моих друзей. Принеси, пожалуйста, Свет. Ну, Настя, принеси на подоконнике деньги. В этот мешочек, пожалуйста. А сейчас я вам покажу наборик с моими черепашками. Это черепашка. Такая. Кстати, хочу вам сказать, это какой-то непонятный брак, что ли. Понимаете, тут, короче, в одном вот наборе у него это самая новая коллекция. Вот новая. И одновременно и первая. Да, спасибо. Вот, эти две. Там еще детки были. Вы посмотрите у других LPS-блогеров, они тоже это показывали. Дальше мне подарили 1500 рублей. Вот это вот от Милы. Не от LPS Милана Кэт, а от... у нее нет канала, у нее просто канал Мила Тихонова. Вот, она мне подарила 500 рублей. И Света мне понравилась больше всего их, ее вот этот... Зорчик. Да, он подойдет для видео как коврик. Пройдись. Пам, как вот, он? Как коврик. Да. И с обратной стороны то же самое, только здесь немного синее. А у всех здесь пожелания какие-то с днем рождения. А это подарила моя подруга Настя. Она не хочет влазить в кадр, да? Ну вот. Дальше мне подарили куклу Лол, но это как бы не Лол, но поделка. В общем, да, поделка. Вот такая вот гигантская поделка. Здесь можно свет у нее. Простите, кстати, за посторонний звук, потому что ко мне пришли в гости. У нее так горит. О, я тебя съем. О, смотри, вот в чем прикол, у нее рот светится. Логика. Я на камере только видно то, что через... Мы только узнали, что у нее рот светится. Да. Вот такая это вот куколка. Это она поздравляет с днем рождения. Пес. У меня 15 февраля день рождения. Кстати, сегодня... 16. Да, ну, в понедельник мне одна одноклассница обещала мне и Свете, и Насте... можно я скажу? Да. LPS, котик, который будет из тех... ЛПСов, которые еда. Общем... Это из консервов. Да, это стоячка из новой коллекции. Стоячка из новой коллекции. Бургер. Смотрите, вот такая бутылочка. Что я сделала? Я ее смяла. Вот такая вот бутылочка, она странная почему-то. Да, она слишком мягкая, вы же знаете. Как... Еще она тонкая очень сильно, ее легко порвать. Ну ладно, нормально. Ну, для куклы Лол подойдет. Я вам покажу вот здесь. Вкладыш. Да. Нет, вначале вот такие наклеечки. Здесь есть секретный. И вот такая вот подсказка. Ну, очень странная подсказка. Там был один слой. Это очень странно. Она попалась вот такой вот раковине. Но эта раковина попадается только в этих... В большом шарике. А почему-то он здесь. Это очень странно. Ну, в общем, да. Такой глюк, но нормально. Ну, я ее буду использовать как декорация. Декорация морской, где-то подводная. Вот. У меня есть черепашки для воды. Кстати, здесь есть еще вот такая вот такой пончик. О, ня-ня-ня. Это косинка. Да. Дальше я вам покажу такой вкладыш. Но это не настоящий. Это черно-белая серия. Почему вот такая... это цветная? Ну, это черно-белая, видишь, черный и белый. Mm-hmm. Из-за этого вот
Вот они за... вот это вот оригинал, я знаю, есть видео оригинала. А вот это вот есть в третьей серии. Угу. Здесь смешали просто первую серию, третью серию, вторую серию. О, господи. Это да. Первая серия, это из второй серии. О, нет, это из третьей. Это из третьей, это из второй. Вот это из первой. Вот это из третьей. Это из первой вроде. Ну и на этом все. Всем пока. Пока.